Привет, друзья! Российские подразделения специального назначения протестировали антиснайперский комплекс «Сосна-Н». Автоматизированный комплекс «Сосна-Н» впервые был представлен в 2021 году. Оптический локатор «Сосна-Н» – это дистанционно управляемая лазерная оптическая установка, которая в автоматическом режиме может выявлять любые оптические устройства, ведущие наблюдение или прицеливание. Комплекс действует на дистанции до 2,5 км. И может обнаружить и полностью засвечивать встречным излучением. На видео показан снайперский прицел, обнаруженный на дальности 2300 км. Сам комплекс весит всего 4,6 кг. В комплекте с ним идет и специальный планшет весом 1,1 кг. Работа комплекса не зависит от времени суток. Комплекс способен работать круглосуточно в полностью автоматическом режиме при использовании специального программного обеспечения. Электропитание комплекса 12 вольт. Его можно установить и на автомобиль. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.